выстрел, прыжок, йо. Переворот, бежим вперед. Я знаю, там можно укрыться на пару часов. Без разговоров, передохнем, пока отгоним псов. И я устал, дальше двигаться я не готов. Легавый все ближе, но он уже не слышал. Сказал только прости, мне очень жаль. Но я буду любить тебя и впредь. Даже на небесах, детка, я, ты так и знай. Ночь за моим окном, тоска, души моей живет. Прочь, тоска уходит прочь, когда он снова меня ждет. Он зажег джойнт и раскрыл карту. Рассказал ей о подземных помещениях банка. Бросил взгляд на сумку, она лежала в углу. Не все, что нужно, было видно по его лицу, что он не слишком рад этой идее. Она взяла его за шею и нежно тронула губы тупо. Но это наш последний шанс, детка. Давай сделаем это для нас, йо. Ночь, бассейн. Они на втором перекрестке от банка, куда не то, что на машине не проедешь и на танке. Они уже в люке, спускаются под землю. Над головой луна, под ногами пустота. Мысли о том, как стала близка мечта. Но никто не ожидал, что внизу и ждет облава. Легавые дадут дойти им до конца. И после выстрел один, два. Одиночная камера, но уж она сидит у окна, смотрит в небеса, прокручивая те слова снова и снова. Знаешь, что надежда не умирает, она продолжает жить, ждать, любить и помнить каждую ночь у окна сидеть.